ожидаем выступления в церемонии открытия наших гостей, писателей. Не часто такое бывает, из разных регионов Российской Федерации. Это соседи: Орел, Смоленск, не так часто приезжают нам на Всероссийский праздник поэзии, Липецк, Белгород, Тюмень. Мы так рады этой встрече. Мы ждем, конечно, наших гостей из Украины, наших дорогих писателей, которые стали завсегдатаями праздника, Всероссийского праздника поэзии. Но еще одной особенностью, вернее, уже продолжением традиции, станет в Тютчевской усадьбе работа историко-философского салона. Ученые Брянщины объединились и предлагают обсуждать проблемы, поднятые Тютчевым и в письмах, и в дипломатических записках, и в его творчестве. Еще одна новинка – это презентация литературного альманаха «День поэзии», его же авторов и его издателей. Приезжайте в Овсток, приезжайте на 55-й Всероссийский праздник поэзии, посвященный Федору Ивановичу Тютчеву.